Здравствуйте, друзья! Начну сразу с последнего загруженного видео, знаете, чтобы два раза не вставать. Мне пишут, что вы легко такое найдете в любой европейской столице. Ну, я не знаю, для кого это пишут, потому что я-то в европейских столицах бывал, и уже практически во всех. И не просто бывал проездом, но бывал так достаточно длительное время. Расскажите мне, где я легко вот такое вот найду. Я могу найти мусор, да. Пишут Париж. Да, Париж грязный город. Париж достаточно грязный город, но там убирают. И там я не видел, чтобы вот такое происходило. Это грязь, которую не убирают. Это засаленность и засратость, которую просто никто не исправляет. Когда мне говорят, в Ницце походите, посмотрите. Да, я жил в Ницце, друзья мои. И Ницца, ты ее просто представляешь другой. Потому что ты, блин, Ницца. И видишь, на самом деле, да, грязновато, там как-то кособоко немножко. Но не такое. Такого вы нифига не встретите. Не надо мне рассказывать, что такое вы встретите. То же самое мне рассказывают, не то что часто, но говорят, там, вот в Италии, когда типа там давили апельсины, там фермеры, то старики ползали, собирали эти апельсины. Я не знаю, на каком языке говорили эти старики, знаете, по-румынски, может, кто его знает. Потому что вот эти россказни о том, что наши старики, не надо идеализировать, в Европе тоже они там нищенствуют. Да не рассказывайте мне сказки венского леса, так как живут наши несчастные старики. Я не знаю, где живут еще. Я не имею в виду Бангладеш, там вот Африка. Там старик уже 48 лет. Ну вот так вот, как живут наши, так никто нигде не живет. Это, блин, первый показатель для меня. Первый показатель, как живут инвалиды, старики, дети. Вот первый для меня показатель уровня вообще самого государства. Это лично для меня. Ни аэропорты, ни крутые машины. У нас такие крутые машины. И что? Вы живете в помойке. Причем тут крутые машины? Вот. Старики, дети, инвалиды. Для меня. Отдал все, что мог. А сейчас ходить не могу. Потому что надо. Так точно, командир. Ой, пенсию, конечно, тяжело. Конечно, тяжело. Что ж делать? Денег не хватает. От пенсии до пенсии денег не хватает. Вот рассчитываем, рассчитываем только на свои деньги. Хлеб, чаек. Сальца кусочек возьмешь, по кусочку сальца там. Ни свинину, ни говядину. Да, зачем нам ее брать, когда цены какие сумасшедшие? Пенсии маленькие. Мясо хотелось бы. Свининки, говядинки. А сейчас только смотришь. Холодильник пустой. Спасибо. Дай Бог им здоровечко. Господь здоровье дает. 74. Стаж большой, дояркой проработала всю жизнь. Война выживаю. Прячешься, иди в туалете, иди как. Как помню, немцы приходили, отбирали, что было. У нас отец выхаживал. А теперь Порошенко отбирает. Спасибо вам большое. Дай Бог вам здоровья. Спасибо большое.